С чем боролся, на то и напоролся. Мэр одного из городов Львовской области, который обещал вешать коррупционеров, попался на крупной взятке. Полезет ли он теперь в петлю, если его вина будет доказана в суде, выясняла Галина Якушко. Мэр города Скола Владимир Москаль прославился тем, что планировал соорудить в городе виселицу. Разместить ее предлагал в самом центре, прямо возле райадминистрации, вместо монумента рабочим. На воплощение идеи градоначальник обещал выделить собственные деньги – 30 тысяч гривен. На эту виселицу Москаль грозился отправлять коррупционеров, наркоторговцев и других преступников. Даже детальный план рисовал в эфире одного из каналов. Труба або двух тавр, який вже є в мене присутній, тобто є вже готовий. Значить, це скорше всього буде 4,5 метра. І отут на відстані десь так 80 сантиметрів петля з грубого тросу або металева, яка не спричинить ніякого травматизму. Ми беремо тоді шнурок, за ноги підвішуємо сюди і б'ємо по задниці. Там 20 буків чи 25 буків. Но реалізувати свою затею меру Сколи помішали правоохранителі. Задержали Владимира Москаля при получении взятки. 68 тисяч гривен тот требовал у местного жителя за переоформлення земельного участка. Сколівський міський голова висловив протиправну вимогу громадянина України під час зустрічі про необхідність здійснення перереєстрації права приватної власності на гаражне приміщення, а також на земельну ділянку, на якій знаходиться дане гаражне приміщення, на матір, власне, яка є близьким родичем Сколівського міського голови. А також оплату, зокрема, супровідних нотаріальних послуг при здійсненні оформлення права приватної власності на матір підозрюваного. И это не первый коррупционный проступок городского головы Сколи. Несколько лет назад Владимира Москаля и юриста горсовета задержали при получении взятки на сумму 18 тысяч гривен. Тогда суд назначил Москалю 6,5 лет тюрьмы, но тот подал апелляцию. Заседание все время переносили, и решение не вступало в законную силу. Мэр не только остался на свободе, но и продолжал управлять городом и, как выяснилось, брать взятки. По-прежнему ли Владимир Москаль готов воплотить идею о виселице для коррупционеров и понести на ней наказание? Первым неизвестно. Сейчас он в изоляторе. В ближайшее время Москалю изберут меру пресечения. Прокуроры настаивают на аресте. Мэру Скола грозит до 10 лет тюрьмы. Галина Якушко, подробности, телеканал Интер, Львовская область.